21 век по праву считается эпохой высоких технологий. И даже простое человеческое общение сводится к диалогам в социальных сетях. Но сегодня в нашем выпуске мастер-класса мы с моей партнершей Настей попытаемся сломать этот стереотип. Сегодня мы с Андреем расскажем об одном из самых темпераментных танцев в мире – о танго. И даже попробуем его освоить. Носочки чуть врозь, да? При этом коленки у нас не прямые, а чуть-чуть согнуты, да? Теперь сама корпус. Мы немножко вперед. А бедра, то есть свободно, да? В танго весь тело у нас находится всегда на одной ноге. Сейчас мы будем перемещать весь тело с одной ноги на другую, да? Давайте продемонстрируем, как происходит шаг непосредственно. То есть мы стоим на одной ноге, да? Свободно ногу выносим вперед. Вынесли ногу, вынесли, да? Перенесли весь тело, вам поднесли ногу. Закрыли. Не на плече, а именно ниже, вот да? Здесь прямо. Оп, берешь, держишь, да? Чуть плечи не зажимай, расслабь, да? Ручку, то есть оп, рука у нас здесь на уровне, вот. При этом наши руки, это наш руль, да? То есть мы управляем ими. Теперь для того, чтобы сделать шаг, в танго, в принципе, мы можем начинать с любой ноги. Наше упражнение, которое мы делали вначале, да? То есть мы с одной ноги переносим вес тела на другую, да? Танго в Белгороде зародилось сравнительно недавно. Практически полгода назад появилась первая группа по танго. Появилась она в нашей школе. Танец молодой для Белгорода. Проводятся отдельные вечеринки. Ну, у нас называются это вечеринки. Вообще в танго-среде называются мелонги. Люди, которые приходят заниматься социальными танцами, у всех разные цели. Кто-то приходит заниматься только для себя, кто-то, ну, то есть просто на тренировке, да? Кому-то интересно потом на вечеринках танцевать с разными людьми, больше общаться, больше знакомиться. А кому-то интересны конкурсы, кому-то интересны выступления. Социальные танцы – это танцы, которые по преимуществу парные, которые могут танцевать все. То есть у нас есть ученики совершенно разного возраста, совершенно разных профессий. Хорошо. Почувствовал, да? Почувствовал. Вдруг уже видение. Танго – это импровизация только партнера. В обязанности партнера входит провести партнершу по тому маршруту, по какому он захотел, да? То есть он захотел сюда шагнуть, оп, партнерша, потому что не знает, что он будет делать дальше. Так и здесь, то есть она не должна сопротивляться. Ты пытаешься сейчас угадать, куда. Ты пытаешься повторить шаги партнера. Не надо этого делать. Я пытаюсь посмотреть и увидеть. Нет, ты должна почувствовать. Оп, партнер. Сторону. Шагай, чуть убирайся. Вот, как по минному полю, да? Вот, спокойнее. Вот, тебе партнер ведет, видишь? Научиться двигаться с партнером сначала нужно самому хорошо двигаться. Поэтому, дорогие друзья, это не так уж и просто. Танец – это движение, движение – это жизнь. Поэтому без танца никуда. Помню с детства, вот видела, как танцуют у нас взрослые поколения. Да, они тоже танго танцевали. Это будет, я думаю, попроще, чем делать повороты. Потому что до поворотов нам еще расти. Это небольшой элемент поворота. Называется очередь. А что в переводе с испанского восьмерка? То есть партнерша должна, насколько нарисовать, я понимаю, нарисовать восьмерку, да? Переступает аккуратненько. Картинка начинает складываться в голове. Вот. Нужно оттачивать движение. И забавный элемент прихорашивания, когда твоя партнерша должна погладить под булей. Немного, да? И давай попробуем.
это мы делали базовые элементы, что основные самые. Угу. В принципе, в танго шаг, обычный шаг, наверное, это и есть стиль. Если вы овладеете этим элементом, то, по сути, все остальные элементы для вас будут очень простые. Многие не слушаются, но что-то уже какая-то картинка формируется, да? Угу. Мы теперь умеем делать бочо. Что в переводе «восьмерка» мы умеем делать сэндвич, и мы знаем примерно, как нужно поворачивать, это уже хорошо.